Лето – это не только время для хорошего отдыха, но и для полезных, поучительных для Славянской детворы мероприятий, посвященных укреплению знаний по безопасности дорожного движения. Для того, чтобы сократить число пострадавших среди самой незащищенной категории участников движения, в Славянске на Кубани был проведен игровой квест «Соблюдай ПДД, не останешься в беде». Сотрудники госавтоинспекции Славянского района вместе с представителями управления образования, комплексного молодежного центра «Континент», управления по делам молодежи и при помощи волонтеров районного клуба «Пчела» провели для юных славянцев эту замечательную игру в Северном парке. Цель квеста – проверить, насколько хорошо дети знают правила дорожного движения, дорожные знаки и умеют применять свои знания на практике. Открыл мероприятие начальник отдела ГИБДД России по Славянскому району майор полиции Евгений Старчак. Вот сейчас мы и выясним, кто из вас знает хорошо, кто не очень. И заодно тем, кто не очень знает, мы подскажем, расскажем, поможем понять эти правила дорожного движения. Вам я желаю удачи и пусть победит сильнейший. Учащиеся 5, 12, 18 школ с радостью участвовали в испытаниях на различных игровых станциях. Они вспоминали, какие есть дорожные знаки, как нужно переходить дорогу, разбирали наиболее типичные ошибки, допускаемые пешеходами. Прохождение полосы препятствий на самокате, викторина в загадках «Умный пешеход», сбор пазлов на скорость «Знай и соблюдай» вызвали всеобщий интерес. Данное мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма для того, чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают наши дети. Это и пешеходы, и велосипедисты, и роллеры, и дети-пассажиры транспортных средств. Это развлекательный квест, и он является к тому же еще и поучительным, обучающим. Дети показывают свои знания правил дорожного движения. Те, кто не уверенно знает, мы помогаем, корректируем, объясняем. Правила дорожного движения совсем не секрет. Чтобы сохранить здоровье и жизнь, все должны строго соблюдать закон дорог и улиц. В игровой форме детям намного проще запомнить требования, которые могут спасти жизнь. Эстафета «Дорожная азбука» на знание дорожных знаков стала достойным завершением игрового квеста. Ребята смогли обменять полученные жетоны на призы, а учителя школ получили мячи для своих команд. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Соблюдаем ПДД, не оставайся в беде!